Вы бы посмотрели, как люди, которые занимали одни и те же посты, имели совершенно разные взгляды на жизнь. Я и Кучма, и Ющенко, мы на многие вопросы, когда были президентом, мы смотрели диаметрально противоположно. А сегодня мы вместе. Сегодня мы понимаем друг друга. А почему Петра Алексеевича не берете в свою компанию? Ну, Петр Алексеевич действующий политик. Он же хочет возвратиться к власти. Поэтому он... Он имеет другие взгляды. Я слышу ее выступление. Он никогда не сказал доброго слова о нынешней власти. Понимаете, он видит себя обиженным победой Зеленского. Он не может смириться с тем, что он уже не президент. Что он просто ушел с этой работы. Он стал почетным президентом, но не президент. И вот недавно слышал, и тяжело, бедные люди и так дальше. Можно подумать, что при Порошенко люди были богатые.